делают людьми. Тьфу ты, ё-моё. Короче, держалась у меня температура 37,5 больше 2 недель. И врачи решили меня положить в больницу на обследование, чтобы выяснить, что за дела такие. В больнице сразу мне пришлось сдать кучу анализов. Ну, там кровь с пальца, кровь с вены, анализ саки, анализ каки и все в таком роде. Но по анализам я был здоров как бык. Ой, не то. Потом еще прошел флюорографию, и тут тоже все вроде нормально. В общем, назначили мне уколы антибиотиков, так как где-то было воспаление. Антибиотики кололи каждые 4 часа. Но это не самое страшное, так как они были практически безболезненные. Но вот когда мне назначили уколы витаминов, вот тогда я и почувствовал, что такое настоящий укол в зад. Как обычно, захожу в процедурную на укол, медсестра загоняет иглу, и тут до меня доходит, что что-то идет не так. И моей жопе что-то сильно больно. Запекло так, как будто приложили разогретый утюг. Говорю медсестре, что за дела такие? А она мне, да все нормально, витамины они такие и есть, так что крепись, пацан, тебе их будут еще делать долго, каждые 6 часов. Потом прошла неделя, и мне назначают другие антибиотики, так как эти не помогают. В общем, сделали мне новый укол, захожу я в палату, сажусь на кровать и чувствую, что мне становится очень жарко. Думаю, надо пойти умыться, чтобы освежиться. Подхожу к умывальнику, смотрю в зеркало и, о ё-моё, вижу в отражении какое-то красное раздутое чучело. Думаю, что это за чепушило смотрит на меня. И тут я понимаю, что это красное чепушило и есть я. Ядрён батон. Кричу, медсестра, мне плохо. А самому страшно, что аж пукан горит. Потом прибежала медсестра и врач, прямо на полу мне сделали укол и положили на кровать. Где-то через час я просыпаюсь, думаю, наверное, я в раю. Смотрю по сторонам, а там все те же рожи. Ну, значит, все нормально, и я еще тут. Как потом выяснилось, это была аллергическая реакция на антибиотик. В общем, пролежал я в той больнице месяц, и меня выписали, так и не сбив температуру. А уже дома я через день сильно заболел ангиной, потом через неделю выздоровел, и температура стала на место 36,6.